Этот фотоаппарат был выпущен на Минском механическом заводе имени Вавилова и получил свое название в честь первого полета женщины в космос. Дело в том, что позывным космонавта Валентины Терешковой как раз-таки и была «Чайка». Увидеть другие советские фотоаппараты и познакомиться с их историей можно в отделе редкой книги областной библиотеки имени Ленина. На выставке «Сквозь призму объектива» представлены модели из частной коллекции Александра Алексейчика, которая насчитывает уже более 200 экземпляров. Кроме раритетных фотоаппаратов, в экспозиции представлены объективы начала и середины 20 века, приспособления для изготовления и проявки фотоснимков и старинные фотографии из фондов Дворцово-паркового ансамбля. Кстати, открытие выставки приурочили ко Всемирному дню фотографии. «Золотой свет полей». В выставочном зале областного центра народного творчества открылась выставка аппликаций из соломки от мастеров Гомельщины. С давних времен этот материал люди использовали для изготовления обуви, шляп, корзин и других предметов. Кроме того, считалось, что в соломе находится сила, которая оберегает и приносит счастье. Поэтому дома украшали соломенными панно. А народные умельцы попытались совместить древние традиции и современность, чтобы изготовить из этого материала оригинальные работы. Например, разноцветные натюрморты. Помог окунуться в теплую атмосферу и фольклорный коллектив «Синички» из Будокошелевского района, который показал гостям фрагмент обряда дожинки. На следующей неделе у гомельчан будет возможность познакомиться с богатой и самобытной культурой Кореи. В кинотеатре «Мир» стартуют Дни корейского кино. Во время фестиваля зрителям предложат к просмотру три разноплановых фильма. Драматическая комедия «Маленький лес» рассказывает о простой девушке Хивон. Не справившись с трудностями в личной и профессиональной жизни, она уезжает в деревню, где по-настоящему чувствует себя свободной и счастливой. Биографический фильм «Дон Джу. Портрет поэта» основан на истории жизни известного корейского поэта Юн Дон Джу, который в годы Второй мировой войны был схвачен японской полицией и назван соучастником корейского подполья. Единственной отдушиной для юноши стала поэзия. Он создает сотни произведений в надежде, что люди узнают о них. Завершит фестиваль анимационный фильм «Дорога» под названием «Жизнь», который состоит из трех историй, основанных на корейских народных рассказах. Главные герои – обычные люди, которые умеют видеть свет даже в полной темноте. Начало всех сеансов – 18 часов, вход свободный. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гапонько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».